В бюджете не хватает средств, утверждают в правительстве страны. Поэтому индексация пенсии в январе 2017 года заменена разовой выплатой. Зарплаты второй год как заморожены. Тарифы ЖКХ растут, причем во всех регионах. Про цены на основные товары в магазинах и говорить не приходится. В ЛДПР с заявлениями властей о нехватке денег в госказне категорически не согласны. У граждан деньги не работают. У граждан в банках 300 миллиардов. Пускай помочь ему надо. Маленькая парикмахерская, сыроварня, пельменная, пирожковая, шиномонтаж, ремонт бытовой техники. Люди вложат деньги. Это будет налог с торговли, налог как арендаторы недвижимости. У нас даже сегодня есть лишние деньги. Около триллиона денег висят у всех субъектов Российской Федерации. Раз. Не успевают тратить. Корпорации, там, по-моему, 3 триллиона, тоже хитрят, не тратят. Поэтому нужен контроль за тем, чтобы тратили деньги. Только одно введение госмонополии на алкоголь, табак и сахар, о котором партия говорит уже 20 лет кряду, позволит увеличить бюджет на треть. Также в партии считают, что необходимо ужесточить контроль за целевым расходованием денег в регионах.